Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardReset.info. Перед нами Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве настроить уведомления, как включить или выключить всплывающие уведомления, или что делать, если вам не приходят уведомления, и так дальше. Для этого мы заходим в настройки и выбираем пункт уведомления. Здесь у нас есть много настроек, сейчас пройдемся по каждой из них. Во-первых, мы можем изменить внешний вид всплывающих уведомлений, а нажав включенные приложения, здесь можем включить или выключить всплывающие уведомления от какого-то определенного приложения или сразу от всех. Дальше у нас идет дополнительные параметры. В дополнительных параметрах мы можем настроить строку состояния, можем настроить всякие уведомления. Здесь есть некоторые настройки, можете посмотреть на каждую из данных настроек. А зайдя в недавно отправленное, нажимаем здесь пункт «Еще». Мне кажется, слишком яркий экран, давайте я немножко поменьше яркости дам. В пункте «Еще» нажимаем здесь на последнее и выбираем «Все». Теперь мы видим все приложения, которые есть на нашем планшете. Можем выбрать каждое из них, к примеру, Minecraft. И можем включить или выключить уведомления от данного приложения. Нажав на само приложение, можем его дополнительно настроить. Больше видео о данном девайсе смотрите у нас на канале. А если у вас остались какие-то вопросы, спрашивайте их в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания!